Всем привет! Сегодня мы вам покажем вот такую аппликацию с буковками. Сималанг, школа талантов. И вот такая здесь принцесска, на которую надо пуговки приклеивать. С этой стороны инструкция. Прикрепи клейкую ленту в обозначенное место на картинке. Отдели верхний слой ленты и приклей пуговку. И должна получиться вот такая принцесса с пуговками. Вот здесь есть пуговки. Сейчас откроем и посмотрим. О, я достала пуговки. Вот такие пуговки. Разноцветные. Розовые, светло-розовые и желтенькие. Это клеящая бумага. И сама картинка, она на плотной бумаге. Не сильный картон, но и не бумажка прям легкая. И вот здесь линия для отреза, когда будет готово, все можно будет отрезать и поставить куда-нибудь для красоты. Получилась в итоге вот такая картиночка с пуговками прилепленными. И еще остались пуговки. И еще остались вот такие, на что клеить. Так что можно еще куда-нибудь приклеить. Может быть, не на эту картинку, а на какую-нибудь другую. Так что можете покупать такой набор. Очень интересное и занятное занятие. Детям очень нравится.